Всем большой привет! С вами Олеся на канале «Готовим дома». Сегодня мы приготовим запеченные кабачки в духовке. Кабачки с фаршем получаются намного вкуснее голубцов и готовятся очень просто. Обязательно попробуйте, а ваши впечатления я буду ждать в комментариях. У молодых кабачков отрезаем кончики и нарезаем кольцами. В миску кладем фарш. К фаршу добавляем отваренный до полуготовности рис, мелко нарезанную луковицу, мелко рубленный укроп с петрушкой и пару зубчиков чеснока. Соль и перец по вкусу. Также можно добавить щепотку паприки или ваших любимых трав. Фарш хорошо перемешиваем. Готово. Кладем немного фарша между ломтиками кабачков и укладываем кабачки в форму. Готовим заливку. Сметану смешиваем с кетчупом. Добавляем немного соли и перца по вкусу. И немного разбавляем водой. Хорошо перемешиваем. Заливка готова. Заливаем кабачки сметанным соусом. Посыпаем тертым сыром, разогреваем духовку до 180 градусов и запекаем кабачки примерно 1,5 часа до мягкости. Форму с кабачками можно накрыть фольгой. В конце фольгу снимаем и даем кабачкам зарумяниться. Кабачки получаются нежнейшие. Минимум трудов и вся семья будет вкусно накормлена. Подаем со сметаной и наслаждаемся вкусным ужином. Друзья, спасибо вам за внимание, сохраняйте рецепт закладки, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые вкусные видео. С вами была Олеся на канале «Готовим дома». Желаю вам приятного аппетита и скоро увидимся!